Всем доброе утро. Еду домой. Дорога серою лентою елся. Сегодня прям что-то говорили, что будет не так жарко, как вчера. Но мне кажется, сегодня жарче, чем вчера. Летом. Ах, лето. Что можно ожидать от лета? Только жару. Так что едем. Кондёр на полную катушку. Пока доеду домой, как раз освежусь. А дома вентилятор и все. Так вот и живем. Теперь мы спускаться будем. Вот так. На обед у меня сегодня будет цветная капуста с брокколи. Там специи. Со специями. Сейчас еще чесночок поджарю на оливковом масле. И так сверху их это забухаю. Главное не переварить. Еще хочу сосиски отварить тоже. Ну, естественно, одна Чарли, одна мне. Я их прямо сейчас тут и отварю. И будет вкус у меня брокколи с сосисками. Ого, какие здоровые. Даже не влазят. Вот эти, кстати, вкусные сосиски, которые я купила для этого. Для окрошки. Кстати, окрошки еще дофига. Ну, что-то брокколи захотелось. Вот, пускай варится. А я там, я вчера лодырь была. Не помыла посуду. Вот сейчас мою. Лодырь, да, бывает такое. У вас такое бывает, что что-то неохота делать? М? У меня бывает. Мне кажется, все бывает. Все мы люди. Все мы под Богом ходим. Так. Так вот немножечко сейчас уберу. Разберусь. И усю. Поедим. Заквасочка моя квасится. Угу. Все снимаю, весь процесс снимается. Так что будете делать это, кстати, да. Будете хлеб делать про квас. Я вот тут с сестрой вчера говорила что-то вот про крошку, про наш русский квас. И знаете, думаю, у меня же закваска есть. Может быть, мне еще и квасом заняться. А потом, знаете, для меня одной, ну, как-то это. А потом вдруг не понравится перевод продуктов. В общем, надо подумать. А пока додумаюсь, уже лето пройдет, и все. И квас уже будет не актуально. Кстати, вы делаете квас домашний, такой белый, вот, знаете, хлебный такой вот у меня. Я помню, бабушки ведрами в этом стоял. Знаете где? В погребе. Погреб. Даже погреб, это не. Это вот у нас было отдельное здание такое. Здание. Короче, дырка в земле. И вот такой вот, как круглый, знаете, такое сооружение. Вот. Погреб назывался. Мы туда весной, вот начинал снег таять, и мы туда, и, знаете, кидали снег. Чтобы, и у нас снег был в погребе, ну, не знаю, наверное, до июля, июнь-июля, до августа. Вот, естественно, потом выкачивали воду оттуда. Ой, вы знаете, я-то не кидала снег, кидал мой дядя, там, дед, вот. Но я его утаптывала. Это такая клаустрофобия, это же вообще трындец. То есть, представляете, ты сидишь в этой дырке в подземелье, и тебе кидают вот этот вот снег. Они же не смотрят, куда его кидают, а ты там ходишь его и вот так вот утаптываешь. В общем, у меня детство было, я не знаю, наверное, у всех, может быть, такое было. Но у всех, нет, у всех точно не у всех. И вот ты его вот так вот утаптываешь, стараешься быстро, чтобы тебе этот снег лопатой, а он уже тяжелый, уже мокрый. Ни по башке не залетел. В общем, трындец. Ну, блин, мне даже нравилось как-то, знаете. А у нас еще погреб стоял рядом с домом. И рядом с домом всегда наметало столько снега, прям до крыши. Мы еще катались оттуда. И было очень удобно. То есть раз-раз, потом этот снег, он бы таял долго, а это его покидал весь в погреб. В общем,
Продвинутые были наши предки, знали все, как почем строить. И вот в этом погребе у бабушки всегда стоял в ведрах квас. Прям заходишь, и кружка рядом стояла. И заходишь, холодненький такой, зачерпнешь. Не то. Вот это вот, когда я, знаете, я квас-то и в детстве не покупали мы никогда. Там в этих вот, как обычный, как кока-кола русская, мы здесь называем ее. Вот, и когда я попробовала, думаю, квас, это разве квас, это просто какой-то напиток, а квас вот русский, белый такой вот, хлебный, вот это квас. А еще знаете, что с этим квасом было вкусно? Холодец, хрен, прям вот с огорода, и квас, блин, кто так тоже ел? Ой, прям слюни потекли от одной мысли, так вкусно прям вот так, это как суп прям уже зимний получался. Все-таки, ну поэтому у меня и были щеки розовые, и живот большой. Вот такой вот у нас с Чарли обед. Но это он не будет есть, потому что здесь чеснок. Чеснок собакам нельзя. А вот сосисочку-то он слопает с удовольствием. Всем приятного аппетита. Вот это Чуча Жорик. За один день почти всю палку сожрал. Охренеть. Ему воду поменяла, еды насыпала. Ну, ты не Чуча, ты Жорик. Так, чем я занимаюсь? Ну, пропылесосила. Сейчас пойду постели менять. Сейчас постою. Сейчас уже нам так нормально, прохладненько становится. Хорошо. Ну, постели поменять, машинку постирать. И все. И вот с этим вот проказником идти гулять. Да? Ревнивец такой. Ревнивец такой. Такие вот у нас дела, что никаких дел. А еще как-то умудрился муж разбить стакан. Очень странно. Он у него не упал, говорит, просто вот так на столе взял и развалился в руках. Представляете? А я уже это, я слышу звон, как говорится, хрустали. Думаю, что там уже, говорю. Так, говорю, что ругаться надо. Я, говорит, стакан разбил, но не понял как. Говорит, в руках остался. Ну ладно, не было желания ругаться. Когда жара, даже нет желания ругаться. Представляете, хочу сейчас огурец с хумусом навернуть. Хочу перед... В общем, я гулять хожу в 8, потом в 10 прихожу. И, в общем, я думаю, что ужинать в 10, пускай это даже если и огурец с хумусом, то как-то поздновато. Я вот решила сейчас перед... Мне осталось где-то полтора часа до прогулочки. И думаю, что сейчас наверну. А потом уже не буду ничего. Просто воды попью. И все. А то пока, знаете, придешь, искупаешься, иной раз даже и не ужинаю. Потому что пока искупаешься туда-сюда, время уже так поздно, что думаешь, что уже все, рот надо бы закрыть. Вот. Такие вот у нас пироги. Постель сменила. Ой, жарко, жарко. Thank you.
русский язык, он такой смешной бывает. Например, по-испански обезьяна – это моно. Но вы можете в свою, как говорится, честь услышать, например, какая-нибудь на вас одежда красивая, какая-нибудь модная, и вам могут сказать «Que mono!». Например, если в переводе это «Какая обезьяна!», так смешно было. Или вот мой Чарли сейчас, я иду, и маленькие детишки «Que mono!», то есть «Какой хорошенький!» можно так перевести, да? «Славненький там!» Ну вот в такой вот переводе. Но это обезьяна! Я когда, помню, училась на парикмахера, девчонки молодые там были, 18-летние, и вот они мне что-нибудь, прически какие-нибудь делали, и они такие: «Ой, ке моно!» Я смеюсь, говорю: «Почему моно?» Я говорю: «А мне больше нравится, например, курица, гаина». Я говорю, и я такая прихожу, ну вот так поржали, потом сделали какую-нибудь прическу классную, а я им: «Ой, ке гаина!» Они уже знают этот прикол, начинают смеяться. Также, например, комбинезон тоже моно. В общем, одно слово, а значений дофига и больше. Но такие разные, что вообще, например, моно обезьяна, комбинезон, а также что-то такое славненькое, симпатичненькое. И вот все на моего Чарли говорят: «Ке моно!» То есть в дословном переводе можно перевести: какая обезьянка? Ну он же собачка. Я тут иду по кругу, может выехать полиция, а меня оштрафовать на 100 евриков, если без маски пойду. Сейчас поля пойду, уже все снимут себя. А так, пока так. А еще у нас сегодня новость, скажем так, не дня, что ли, даже в ТикТоке видела, представляете? Где-то, я не знаю, в Марбее, по-моему, провинция Малага. В общем, у нас на пляжах торгуют, ну, вот так вот ходят по пляжу и торгуют, как это сказать-то, выходцы из Африки, чернокожие, в общем, те, кто приплывает к нам на надувных лодках с Африки, беженцы, иммигранты. И они продают вот эти вот сумки по пляжам и все такое, очки. И вот сегодня, по-моему, или вчера, не точно не могу сказать, одна девушка тонула в море, пляж был полный, никто ей не кинулся помогать, кроме вот этого вот одного продавца вот этих вот сумок. Он понял, что девушка тонет, и кинулся ее спасать. И вот таким образом он ее спас. Потом прибежали там полиция, все дела. Вот. И как бы родственники очень благодарны этому, скажем так, торговцу. А они там вроде бы... Ну, говорят, что мы такой народ, что независимо от расы, независимо от кожи человека, если нужно помочь, то помогаем. Ну, вообще, да, как бы... Ну, вот представляете, все сидели на пляже, и никто даже не... Ой, мамочки. Никто даже не заметил, как она меня напугала, что девушка тонет, представляете? А вот если бы не такой вот продавец, то, может быть, ее... Там были волны, море неспокойное. И, в общем, да. Вот так вот сегодня показывают. Даже, говорю, в ТикТок залезла. Даже в ТикТоке все это. Такая новость вот у нас. Не только один этот вирус, но и другие новости тоже показывают. Это видите, на улице уже темно. Какой ужин-то? Хотя испанцы только садятся ужинать. Бары переполнены. Все сидят, пьют пиво и лопают. Да, я когда сюда приехала... И ну, ужин там у меня, в моем понятии, было 6 часов, да, 7, а здесь в 10. Я говорю: а как потом спать? Ой, не, говорю, это не мое. Я даже ему уже приучила, что ужинать – это вредно. Мне стоило небольших усилий, но теперь мы не ужинаем так вот в 10 вечера, да. Вот как они здесь. Так, какой ужинать? Я уже уставшаяся. Рыба моя весь тоже уставший, жарко ему вот так вот лежит. Прям я на него смотрю иной раз и думаю: блин, тоже что ли с ним там рядышком лечь? Он там на коврике. Такой кайф вообще. Ладно, всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока!